Доброго времени, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Елена, канал Огород Круглый Год. Хотела показать вам хоста. Вот я в прошлом году ее не высадила, оставила под снегом в таких вот горшочках. Да? Она у меня прекрасно перезимовала и уже дает вон свежие росточки. Так что, видите, в плошках хосту можно оставлять. И только, конечно, увеличивать площадь с ростом. У нее корневая система увеличивается. И можно их прекрасно оставлять зимовать в горшках, плошках. Но, конечно, убирать какое-то укрытие, утеплять. У нас здесь снега много было. Мы накидывали целую гору, вы видели. Здесь собаки все бегали. Ну и собаки бегали. У меня, видите, поломали розочки. Розы тоже пережились благоприятно. Почему-то, когда я их укрываю, они у меня плохо переживаются. А вот все розы у нас перезимовали благоприятно. Снег здесь сошел. Видите, все зелененькие с почечками. Тоже. Но тут они у меня вон тоже опять ветку вот эту сломали. Но я ее пригну и засыплю ее землей, чтобы она у меня... Ну, может, она еще и приживется тут, конечно. Так, и что хотела сказать. Это в прошлом году я свежие посадила розочки. Некоторые у нас еще там остались под снегом. Ну, и прекрасно, если укрывать большим количеством снега, розы нормально зимуют. Сейчас, конечно, у нас опять обещают нулевую и минусовую температуру. Я это буду все укрывать, чтобы они у меня не подмерзли. Потому что оставлять в таком состоянии нельзя. Иначе они у меня подмерзнут. Ну вот, хотела показать небольшой такой сюжетик. У меня вот здесь еще роза, но она еще пока укрыта снегом. Одна. Так что прекрасно все перезимовали и розы, и хосты. Здесь тоже есть. Показывать я уж открывать не буду, но здесь видно, прекрасно перезимовали они. Она еще прилипшая у меня тут в снегу. Что у нас с кустами? Кусты они мне поломали. Сейчас мы эти веточки, конечно, сломанные возьмем и присадим. И они дадут корешки на новые кустики. Так что ничего страшного. Такие вот кривые надо снимать. Здесь, конечно, эти кусты у нас уберутся. Здесь у нас пруд будет. Это мы сейчас весной снег оттает, земля отойдет. Мы эти два куста, вот это смородина черная, а вот это у нас крыжовник. Они мне тоже его весь поломали. Собаки бегали, видите, поломали кусты все. Но это не беда, потому что при пересадке придется полностью, почти где-то сантиметров 10 только оставлять пенечки, а ветки все срезать. Они благоприятно отрастут, отойдут. Это можно не переживать. Там у нас вот эти три куста. Три. И там еще подальше один четвертый куст. Это у нас кусты жимолости. Ну, они тоже немножко мне их поломали. Собаки бегали. Ну, что ж поделаешь. Ничего не поделаешь. Лох серебристый переломали ветки, тоже вот это вот лечебное. У них эти плоды лечебные. Ну, вот такой вот обзорчик. Снег оседает. Скоро, через 2 дня, наверное, все у нас будет голая земля. Ну, спасибо за внимание еще раз. Пока-пока.